пригородном вокзале пассажиров встречают не контролеры, не проводники, а компания сказочных героев. Ведь путешествие предстоит новогоднее. Надеюсь, они запомнят это на всю жизнь. Здесь Снежная Королева, снеговики, снегурочки, заяц, ну и, конечно, Дед Мороз с подарками. Говорит, целый год ждал встречи с детьми и новых стихов, так что никакая погода настроение не испортит. Очень хорошая новогодняя погода. Снег не успевает до земли долетать, тает прям в полете. В путешествие детвора отправляется на поезде, который встает на рельсы только по праздникам. Вагоны обычные, а вот двигает его ретро-паровоз. Машинист-универсал с 25-летним стажем Борис Дидоренко рассказывает, эти машины гораздо сложнее современных. Но он уже 10 лет как нашел к раритету подход. Это такой же локомотив, также любит ласку и смазку. То есть на нем привыкнуть надо. Сразу на нем не поедет никто. Первыми пассажирами сказочного экспресса стали в основном школьники. В пути зимняя сказка. По приезду в Таганрог экскурсия по городу и в музей Чехова. Елочные игрушечные мастер-классы. Мы 117-я гимназия и детей вот отправляем на наше классное новогоднее путешествие. 4-й В! С Новым годом! Нам тоже интересно, что будет. Я много слышала о паровозах, но прям на нем прокатиться – это мой первый раз. Прям удивило. Они загадали желание, вот мы и едем. Сказок посмотреть. Расстроить планы грозится только Кощей Бессмертный. Куда ж в такой дороге к празднику без нечисти? Всех съем. Они отправляются в мое царство. Хотя думают, что едут к Дедушке Морозу. Не бывать тому! Не позволю! Но все знают, что у него ничего не выйдет. Хорошее настроение не хуже добра побеждает зло. Настроение супер, конечно, первое путешествие. Очень у нас ребенок мечтал прокатиться на поезде. Вот мы решили совместить приятное с полезным. Запланировано 5 таких новогодних рейсов. Остаются отправления 4, 5 и 6 января. А в первом капелька сказочного настроения досталась всем, в том числе нашему оператору. В таком поезде по-другому и быть не может. Дядя, улыбайся! Марина Черных, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский.